Как вы видели, Рио действительно жаркий, но не обошлось и без драм. Хотя с поистине голливудским финалом. Тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Хенце, погибший после аварии в Рио-де-Жанейро, стал донором органов для 4 человек. Об этом сообщает немецкая Die Welt со ссылкой на бразильский Минздрав. Согласие на пересадку дала семья умершего, приехавшая в Бразилию. Сердце, печень и обе почки Хенце спасли 4 жизни. Немецкий тренер попал в серьезное ДТП 12 августа. В результате он получил тяжелую травму головы. 35-летнего Хенце доставили в больницу, где не оказалось, представьте себе, неврологического отделения. Его пришлось везти в другое отделение в 20 километрах от первого. Врачи оценили его состояние как критическое, и несмотря на все их усилия, 16 августа тренер скончался. Вместе с Хенце в машине находился еще один сотрудник немецкой сборной Кристиан Кейзинг. Он отделался легкими травмами. Его уже, к счастью, выписали из больницы.